Всем приветик. Давно я не снимала. Я сейчас иду вот на тренировочку. Время 9 утра, что-то темно. Очень холодно опять. На тренировку, потом на дом пойду. Первый раз на массаж. Несколько у меня абонемент. На LPG массаж. Ну, на Новый год подаю 10 сеансов. 30 минут. Вот сегодня пойду на первый сеанс. Вот. Надо приводить себя в порядок после новогодних праздников. Блин, очень холодно так. Перестал в садик ушел. Денис еще спит. Еще в отпуске у нас. Куда? 13 числа выходит на работу. Ой, все, руки не берут. Расскажу на массаж, расскажу свои впечатления первые. Так вот наш украшена там площадь. Новогодняя. Девочка. Какие-то. Ой, не видно. Смотрите. Ну там горок ничего нету, чисто фигуры из льда. Ну все красиво, мы еще не ходили сюда ни разу, с Ярославом. Все праздники болели. Вот, все праздники мы проболели. Поэтому мы были все дома. Все 10 дней. Плюс воскресенье. Потом скажу, холодно. Ну, в общем, рассказываю, сходила я на массаж. LPG первый раз. Мне, кстати, очень понравилось. Так это хорошо все так делает. Эффект как пылесос, как будто сосет. Такое-то. Прикольная штука, необычная. Вот, она как бы лимфу разгоняет, воду все выводит из организма. Вот, и улучшение кожи. Вот решила походить, попробовать. Раз подарили абонемент. Думаю, это похожу. А сейчас мы пришли к маме, надо было шкаф разобрать старый. Вот, Денис сейчас ушел на мусорку. В общем, вот разобрали старую тут штуку. У нее было с зеркалом, как трюмо, или как она называется. Шкаф разобрали. Остатки. Ну, тут шкаф был, она хочет ремонт делать. Здесь хочет кладовку сделать небольшую. Обои поменять. Вчера вот купили обои. Ездили. Такие вот. Зелененькие. Вот. На Новый год маме подарила картину. Рисует по номерам. Лебеди. Лебедей. Что, Кишаня? Сидишь тут, грустишь. Кеша, как дела? Как у Кеши дела? Кстати, маленько разговаривает. Кеша говорит. Да, Кеша? Чё притих-то? Кеша, ку-ку. Притих. Всё, мы уже дома. У мамы там все сделали. Я сходила в садик. Денис ушел в баню. Я буду сейчас готовить. Покажу, что буду готовить. Утерла морковку. Сейчас порежу лучок. Так. Будет у меня, значит... Вот такое беру филе бедра куриное, село зеленое. Мне нравится без косточки, сделаю сейчас. Они как бы небольшие кусочки, я их еще нарежу на 3 или на 4. И буду тушить с морковкой, с луком. Очень вкусное получается мяско. И без кожи, и без косточки. Они очень редко бывают, в Пятерочке только беру. Сегодня зашла, сразу 3 подложки купила, морозилку убрала. Купила яйца, десяток. Хотя бы подешевели. До Нового года был десяток яиц, 142 рубля. Ну, вот именно вот такая категория. Сегодня купила по 89. Подешевели. Все, буду сырнички делать сегодня. Все, сейчас покажу. Соль стручковая. Сейчас покажу с Ярославом. Сегодня тапочки ему купили. Ой, а ты что в темноте сидишь?
Вот такие тапочки купили. Спать показывай. Нет. А ты что, спать в них будешь? Сидишь там. Да нет, поставлю просто около кровати. Такие вот, короче. Теплые они? Мам, да. Но на сегодня буду. На своей. Подарим на Новый год. Тут у него подарков куча. Космобой. Сладкий подарок. Конфеты тут. А вот здесь у нас бабушка нам подарила 7+, но тут картинки, вот эти вот карточки, только со словами, он читать еще не умеет особо, поэтому бабушке пришлось купить вот такую еще ему. Здесь уже вот с такими, хорошо, вот такие картинки, чтобы изображать. Вчера играли, ну, все вместе, это интересно, поиграем. Потом Вячеслав еще коллекционирует вот такие вот скричеры. Это ему я подарила, это бабушка ему подарила. Это хрень. Вячеслав, в прошлый раз мы ему покупали. На 8, вот что делается. Покажу. Такая штуковина. Она вот так кладется. Потом машинка-то хопа. Она переворачивается и превращается в какого-то там монстра. Вот такая вот. И такая фиговина стоит 1500, блин. За что деньги берут? Короче, и они все так делают. Перекручиваются и получается вот такая штука. Я Денису подарила пылесос в автомобиль. Сейчас покажу. Такой беспроводной. Автомобильный пылесос беспроводной. Там 4 насадки. Фильтры запасные. Мы уже пробовали. Ну, дома так. Такая штука. На Валбере заказывала. Еще вот такой подарок. Денис мне уже я показывал, что подарил. Блин, давно так не снимала. И это многие пишут, типа, куда пропали. Думаю, дай попробую снова начну вести свой блог. Не знаю, что получится. В общем, вот, сейчас будем с вами готовить. Покажу потом, что у меня получится. В прошлый раз делала, Денису очень понравилось, говорит, такая вкусная. Курица получилась, делай горчаще. Так что, вот, что там готовить. В общем, все, я в сковородку загрузила. Мяско порезала, морковку, лучок. Чуть-чуть добавила воды. Посолила, поперчила, сейчас будет тушиться. С маленькой крышкой прикроем. Сейчас тушится на медленном огне. Вот. Сейчас буду делать сырнички. Мама мне подарила еще новый блендер. Этот у меня сломался. Не то, что сломался. Мощность, вторая скорость вообще не работает. Вот, она мне подарила вот такой вот, как он, бинлатон какой-то. Тут тоже две скорости. А, тут еще даже вот крутится, я еще даже не знала. Еще один раз только им пользовалась. Здесь насадка. А где насадка? Миксер. Она, наверное, в этом, в шкафу. Вот такая вот насадка. Сейчас буду творог. Размалываю, чтобы творог был маленько. Не рассыпчатый, а такой вязкий. Чтоб лепить хорошо. Помощник маме моет посуду, да, сегодня? Чуть-чуть получилось. Ну так вот, шоркой. Посуду целая раковина, да? Да. Папа, наела мы мыть должны. Да? Да. Ну хорошо, хоть ты есть поможешь мне. О, так больно держать. Ну. Что не сделаешь ради карточек, чтобы поиграть с мамой, да? Надо маме помочь. Мам. А. Здесь, наверное, целый слон Даша ел. Не знаю. Смотри. Слон Даша, это мы в Екатеринбург ели, в зоопарк. Вообще.
Там был, была слониха Даша. Ура! Да, чуть горячая какая-то у тебя. Ну, докубать маленько. Посерединку кран. Я вообще не знаю. А ты поверни кран на себя немножко. Еще вот так вот, ну, нормально будет. Нормально стало? Нормально. Короче, посуду вообще мыть дофига. Пришел ведь в тапках своих. Короче, вот на Валбере заказали такие вот мягкие тапочки. Тут хвостик. Тут они резиновые. Так, ну, не резиновые, как Эва. Так, такие теплые. Аккуратно. Полно прохладные. Такие мягкие. Такие тапочки стоят 1100. Сегодня я уже на работе. Кстати, работаю сейчас я в другом месте. Получается, в соседнем отделе, только не на нижнем белье, а на, короче, верхней одежде. Тут у меня получается кофты, куртки, брюки, джинсы, ну, все такое. В общем, сменила я место работы. Вот. Сейчас буду обедать. Время у нас час. Буду кушать. Купила такой, кстати, вкусный чай Кёртис с ежевикой и смородиной. Вообще вкусненький. Холодно здесь у нас. Сейчас буду кушать и пить чай. Я беру с собой сырники. Я вчера делала вот такие вот получаются. Так. Здесь у меня огурчик свежий. И гречка с курочкой, которую я вчера тушила. Пока у меня греется чай, покажу маленько отдел. Здесь вот такие вот шапочки всякие. Джинсики, кофточки. Футболочки разные. Кардиганчики, курточки. Куртишки. Есть вот даже вот такие куртки с натуральным мехом. Свитшотики, большой выбор кофточек, джинсы разные, большой выбор тоже. Здесь у нас платья и вот джинсики. Короче, много всего. Здесь мое рабочее место. Там верхушка, верхняя одежда. Такое вот зеркало у нас. Купила себе тоже штанишки здесь в своем отделе. Вот. Здесь у нас примерочная. Надо, кстати, свет включить. Такая вот светленькая. Все. Теперь работаю здесь.